Мы переместились. Что? Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, я подумал, что мы давненько с вами не играли в хорроры. Я соскучился прям по хоррору, по месяцу хорроров, как вот у нас было, на самом деле, совсем недавно. Ладно, мы на самом деле последние полгода только в хорроры практически играем. И почему бы не посмотреть еще один хоррор, который недавно вышел, называется «Работник месяца». Говорят про него, что это прикольный микс хоррора и комедии. То есть мы будем и стрематься, и смеяться. Прекрасно звучит вместе и даже рифмуется. Давайте, новая игра. Ох, надеюсь, тут не будет слишком много текста, потому что я задолбаюсь переводить. Эй, кое-что произошло. Ты бы не смог сегодня выйти на ночную смену? Спасибо. Я могу на тебя рассчитывать, я знал. Приходи в 11 часов, я тебя встречу. Мы можем скипнуть... Но мы не будем скипать, потому что зачем? Мы должны понимать, в чем сюжет. Короче, мы работник, видимо, какого-то универмага, магазина, я не знаю, что это. Скорее всего, продуктовый магазин будет, судя по скриншотам. И там, в ночную смену, конечно же, начнут происходить неприятные вещи с нами. Но сначала они будут очень уморительными, запомните. Короче, мы здесь. И нам нужно поговорить с боссом, а вот и босс, судя по всему, почему он выглядит... Ой, это же чувак без рук, без ног в коляске. Такой голос забавный. Слушай, я знаю, это было неожиданно, особенно для твоего первого дня, но нам нужен кто-нибудь для ночной смены. Дэви пришлось пойти в больницу, а Клэр неожиданно уволилась. Я не могу остаться, потому что у меня есть планы на ужин. Но я могу тебе помогать по телефону, если тебе нужна будет мотивация. Мы никогда не принимаем посетителей после 8. Но я все равно держу магазин открытым до 3 часов. Поглядываю на телеэкраны, на случай, если кто-нибудь зайдет, хорошо? Чтобы тебе не было скучно, я написал тебе список заданий. Они довольно-таки простые, ничего сверхъестественного. О, и небольшой совет тебе. Во-первых, не открывай двери с кодовым замком. Во-вторых, помойки за парковкой. Неплохой район здесь. Ну, не оставайся надолго в темноте. В-третьих, если свет отключится, на складе есть предохранители. И не заходи в мой кабинет. Вот все. Ой, не забудь закрыться в 3 часа. Адьос. Хорошо. Спасибо, босс, за наставление. Желаю тебе хорошего ужина. А я тут все... Буду держать в чистоте и в порядке. Не волнуйся, босс, все будет хорошо. Что это за машинка? И, чтобы поднять... А, и можно ее осмотреть. Нифига себе. Ничего необычного здесь. Хорошо, бросаем. Бо! Кто это? Что это? Это что было сейчас? Что за монстр был сейчас? Так, это нас пытается напугать, я так понимаю. Его на самом деле здесь нету. У нас ограниченная стамина, значит придется от кого-то бегать. Мы можем здесь все осматривать, да? Абсолютно все? Да, посмотрите. Совсем можно взаимодействовать. Это я так, получается, кричу, когда кидаю? Кия! Итак, найдите листочек с заданиями. Где-то тут должен быть листок с заданиями. Листок с заданиями. Смотрите. Офигеть, все можно брать. Только не знаю, как положить обратно. Ой, какая неприятная упаковка, посмотрите на нее. Ну-ка. Зебра-сигареты. Это такие, знаете, пугающие пачки. Вы так будете выглядеть, если будете курить. Просто не надо, не делайте этого. Да, это прикольно, мне нравится и так. Вызовите неминуемую смерть и дискомфорт. Вот так, вот что это вам даст курение. Запомните, друзья, а это что? О, вот и листочек с заданиями. Итак, здесь есть телефон, если что... Если мы захотим позвонить боссу, или, наверное, босс нам позвонит. Restock toilet paper. Ага. Нужно пойти в туалет и всю туалетную бумагу заменить. Туалета здесь нет. Я не вижу. А, корзинку с туалетной... Что за? Корзинку с туалетной бумагой нужно. Вот что нам нужно. Где продается туалетная бумага? Не вижу. Вот это что за фигня такая? А, это как раз-таки второе задание. Нужно будет это очистить. А, вот и туалетка. Получается, нам нужно сюда зайти? Нет, никого здесь нету, да? Или я кого-то видел? Стоп! Мы это можем брать? Прям смотреть вот так вот в упор в монитор? Где?
Я рэпер начинающий. Я просто подрабатываю в продуктовом магазине. На самом деле я хочу быть рэпером, конечно же. Так, что это? Просто шкаф с стеклянной дверью. Где у нас здесь... А это что такое? Бумажка. Осмотреть. Ой. Смотрим. Стало скучно одной ночью, поэтому я решил закинуть пару фильмов в сток, в хранилище. Говорю тебе, там очень странное дерьмо на этих кассетах. Возможно, это совпадение, но однажды я запихнул кассету в кассетоприемник, и затем холодильник загорелся, как рождественская елка. Думаю, я попробую еще. Дэйви. Окей, хорошо, Дэйви. Ей, класс! Опа, смотрите! Вот, склад открывается. А, я все пытался понять, где же эта бумага. А здесь жутковато становится. И, кстати, мы можем зумить. Нифига себе, у нас зум. Смотрите. Где туалетка? Вот здесь у нас выход в эту сторону. Серьезно? В эту сторону выход. Через самые неприятные темные полки. А, это что значит? Мы это не можем пока что юзать. И это не можем. Мне вообще нужно сюда идти? Эта игра такой, знаете, open world как будто бы. Иди куда хочешь, делай что хочешь. И теперь я понимаю, что это бесконечные полки. Они реально бесконечные. Они реально бесконечные. Ну-ка, и сейчас мы сразу же... О, боже мой, тут творится что-то неладное. Неудивительно, что Клэр уволилась. И почему Дэйви понадобилось в больницу срочно. Так, 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 здесь кухня. На кухне нам пока нечего делать. Нам нужна сортирка. Где она? А это что? Это какая-то сатанинская дверь. Посмотрите на нее. Тут еще есть второй этаж, поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь. Это какой-то кабинет легендарный. А, здесь все работники месяца. Посмотрите на их лица. Дэйви сам себя подрисовал. А это мышь? Это мышь. Странно. Кто-то ходит! Кто-то ходит! 0129. Кто-то же ходит здесь? Почему я не вижу? Блин, это очень жутко. Это неприятно. Экраны показывают то, чего нету. Может, они покажут, где туалетка тогда? Потому что... А! Вот же она. Извините. Хорошо, давайте. Что это? Странно, не знаю, не знаю. Не хочу об этом думать. Вот так. Сколько нужно? Сколько туалетки нужно? Швыряем. Е! Да, он говорит правильно. Да! Да, Женек, делай это! Ха-хай! Как весело нам нашу работу выполнять. Последний стак. Сортирки несем и... Это ни с чего... В смысле? Почему? А, я понял. Вот где туалетная бумага должна быть. Там просто так валялась поштучно бумажка. Нам надо вот сюда положить. Все, мы выполнили задание. При том, что посмотрите, как много здесь... Хотя я взял только одну пачку, я даже не знаю, как так. Теперь нужно вот эту грязь, вот эту дерьмиду очистить. Что? Перестаньте звуки издавать, перестаньте мне. А значит, нужно найти швабру. Где швабра? Швабра? Дайте швабру. Возможно, это где-то здесь. Да, вот она. Что? Кто из... А! Это радио. О, радио мне не нравится совсем. Страшно. Итак, как нам это... А! Просто... Просто кинуть надо было, оказывается, ее. Фонарик у нас есть. Так, все, швабру нельзя юзать, она здесь вот все лежит. И никогда больше в этом месте не появится грязного пятна. Следующий, найдите Lost Fitness DVDs. Нужно какие-то DVD с фитнесом найти. Где их искать? Смотрите! Смотрите, он прям сзади... Он вообще опасен для меня? Он опасен для меня или нет? Непонятно. Это что? Осмотрим их. Стеков DVD. DVD-шки какие-то. Это подойдет? Fitness only. Ну-ка. Опа. Это... Да, это сработало. Итак, нам звонят. Нам звонят. Скорее. Это босс. Слышим? Как мне поднять? Эй, чувак. Извини, что звоню снова. Как там у тебя? Не отвечай. Слушай, я вспомнил, что есть второй список дел. Я забыл тебе сказать. И это тоже надо будет сделать, да. Ты можешь винить Дэйви в этом. Это он должен был сделать. Но потом пошел и подскользнулся на этом кубике льда. Короче, где-то там... Сейчас, погодите. Он что хотел сказать?
Я не успел вдуматься в смысл фразы. Короче, нужно будет... Надо какой-то лист подобрать в... Вот он, вот здесь вот. Хорошо, теперь нужно холодильник с молоком. Нужно пополнить запасы там. Где холодильник с молоком? Рыба, 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 рыба. Кажется, вот. Кажется, вот здесь должно быть молоко у нас. Пойдемте на склад, найдем молоко. Да что это? Что за звук? Вот здесь. Кажется, оно здесь прямо. Нет? Я подумал, что я сквозь монстра прошел, и он такой... Хорошо, ладно, не знаю, не знаю. Это что? Я бы попробовал стакан молока. Написано «молк» вместо «милк». Ну, короче, это молоко. Кажется, нужно в этот холодильник его поставить. Да что здесь? Что-то не так в этом месте конкретном. Здесь какое-то проклятие, вот в этой точке. Ну-ка, попробуем. Что? Молоко пробило мне дорогу в какой-то параллельный мир. Что это? А, вот холодильник. А вот сюда нужно молоко. Слушайте, это очень круто. Я никак этого не ожидал. Что это за такой странный отдел, вызывающий сомнения? Все закрываем. Окей. Не, конечно, прикольно, когда магазин все свои отделы как-то по-креативному оформляет, но чтобы настолько... Выбросите мусор. Мусор. А вот и мусор ждет нас. Где-то здесь должна быть помойка. По-моему, это вон там. Это там? Это там. Насколько далеко я могу швыр... Ой. Не хочу все нести постоянно вот так туда, сюда, туда, сюда. Давайте попробуем за раз. Мы можем это использовать? О, можем. Погодите, это интересно. Стой! Стой. Нет, не так. У меня есть идея. Значит, мы делаем вот так. Хоп, тормознуло. Теперь мы складываем. А-а-а! Что-то не так, если это представлял. Ладно, мы дольше проводимся, судя по всему. Швыряем. Хреново как-то швыряется. Ну-ка, давай, положись. Нет, она так не работает. Эх, ладно. Будем перебрасывать, значит. Берись. Берись и кидайся. А, что это? Ты кто, блин? Ты кто? За что? За что она на меня охотится? Я выбрасываю. Я выбрасываю. Получилось? Хорошо, забросил. А мне надо все мешки забросить или нет? Ну, видно уже, что не нужно все остальные. Звонок. Давайте в него швырнем. Получай! Ага! Ха-ха! Ему больно. Нет, он прошел сквозь. Оно ведь не пойдет за мной? Оно развернулось и ушло. Это призрак парковки. Надо быть начеку, друзья. Здесь постоянно будут пытаться меня атаковать. Итак, слушаем. Ты ведь не ходил в мой кабинет? Сходи туда. Там есть работа, которую я должен был сделать. Но раз ты уж там, так почему бы ты не можешь... О! Иди, короче, ко мне в офис. Оно само катается. Оно катается. И тут монстр там только что был. Непонятно, что он со мной сделает. У меня даже нет ХП. Возможно, мне не нужно с ним как-то взаимодействовать. Вообще никак. Вот эта дверь, походу, самая последняя, что у нас... ждет в этой игре, а может быть вот тот проход бесконечный. Вот мы в кабинете. Я уже заходил еще до того, как он мне позвонил, попросил зайти. О нет. О нет. О нет. Нет. Возможно, кстати, нам нужно туда идти, в бесконечные полки. Это как раз таки и есть, наверное, выключатель. Или включатель в данном случае. Пойдемте. Пойдемте посмотрим, нажмем. Да. Хорошо, одну включили. Продолжаем идти? А, мы включили. Все, там все бесконечное. Просто возвращаемся обратно. Свет везде включен. Отлично! Дверь, дверь, дверь! Монстр! Он кушает людей! Нет! Что это было? Где я?
Что это за коридор? О, какие громкие шаги здесь. Нету заданий никаких, кроме как выжить. Телефон! Телефон звонит! Где мы? Телефон? А! Что? Что? О, все в крови, все в крови. Вот здесь оно было. Я видел кучу трупов. Идем. Идем, идем, идем. Вот сюда. Оно ведет нас к бесконечным полкам. Ну что ж, хорошо, я готов. Я готов пройти все это. Я иду за тобой, монстр. Ах, монстр, ты... Мы вышли! Оказывается, здесь можно было пройти все это время. Что это? Нахрен! Рано еще. Сортир. Вот сюда нам нужно. Где-то здесь чудовище. Как ты готовишь свои яйца? Скрэмблд, трус. Все, с меня хватит. Я рисую член и яйца. Прекрасно. Вот он, человек психанул и решил пойти по зову сердца, по зову своей души и творческих амбиций. Что это? Смотрим. Шеннон просто взяла и исчезла со сегодняшней смены. Я спросил Клэр об этом, но она сказала, что это не первый раз, когда Шеннон так делала. Встретился с менеджером, чтобы задать несколько вопросов насчет стримашек прошлой ночи на улице. Но он отмахнулся от этого и сказал, что это просто в тумане мерещится. Он также попросил обращаться к нему как мангер, а не менеджер. Я так не врубился, в чем прикол, но мне очень нужно получить зарплату, поэтому я не стал дальше спрашивать. Дэйви. Хорошо, кидаем. Что у нас теперь здесь? О, нет, ней. Кто-нибудь знает, как он поднимается по лестницам? Нет, нет, надо, что-то без понятия. Кровищем кто-то. О, боже мой, о, боже мой. Так, that's how it's on, the bitch, this bitch of an earth. Вот как это происходит, видимо. Это стерва земли. Я не знаю, что... К чему они... Что они имеют в виду? О ком они говорят все? Извини, я не загружал игру как надо. Но теперь она работает. Игру? Простой текст. Крыса. Гигантская крыса, в чью пасть заглядывает человек. Разного цвета жидкости в туалете. Нет. Везде одинаково. Только вот здесь кровь. Не знаю, к чему это. А где мы? А, вот как раз-таки нам сюда и надо. У нас же нету никакого задания. Нам нужно просто теперь что-то найти. Как-то выжить. Дойти до магазина. Поговорите с боссом. Босс! Босс, 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 босс. Ужин закончился? Ты пришел, слава богу. Но нам не стоит здесь стоять, ибо здесь твари живут. Страшно. Что? Он уже это говорил! И машина странно припаркована. Мы переместились. Что? Что это? Это было так неожиданно. Я пытался в голове осознать, что происходит с моим персонажем, что... Как день сурка получается все, но внезапно эта музыка и этот монстр, который она все-таки напал на меня. Немножко растительности, которая смотрит на меня. О, боже мой. Куда мне идти? Наверное, нужно идти в сторону Луны. Наверное. А, лампочка горит. Мы перешли дорогу. Теперь мы возле... Это магазин? Это заправка какая-то? А почему телефон здесь, за цистерной? И как нам туда попасть? А, черт, замок. Замок, замок. Я понял. О, кстати, это не край карты. Это именно туда можно уйти далеко. Ладно, нам нужно зайти внутрь. Как игра быстро изменилась и набрала... Кто ты? Кто ты? Ты кто? Ты человек? Я сейчас подумал, что это Хаги-Ваги стоит. Это человек. Не знаю. Давайте сначала ответим. Ой-ой-ой, страшно. Ой, нехорошо. Ой, как много крови. Цистерни телефон! Как мне ответить? А, вижу. Мы переместились обратно. Телефон перемещает нас обратно. Поговорите с боссом, но это мы уже сделали.
Я не понимаю. Босса уже и нету здесь. Какого? Нет! Оно идет за мной! Оно идет за мной! Швыряем! Ух, радио. Чертово радио, как неприятно. Слушайте, нам, походу, не надо попадаться этому монстру уже на глаза. Мы должны его вычислять, но при этом продолжать делать все, что мы делали, да? А что мы делали? Что нам нужно сделать, точнее? Вон он. Он вот там стоит. Повернись, камера, повернись, камера. Он идет. Если он сейчас увидит нас, начнется музыка. Да! Черт! Смотрите, или-то... Опа. Молоко летает. Видимо, так надо, я не знаю. Где-то телефон здесь. Телефон. Огромные пачки молока. Телефон где-то здесь. Это определенно самая креативная игра за последнее время. Где? Я не вижу. Погодите, вот он. Это странно. Телефон нас перемещает куда-то. Что происходит? Мы должны сами найти способ пройти игру каким-то образом. То есть не делать то, что нам нужно делать. То, что от нас хотят, точнее. О, нет, 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 нет. Хорошо, давайте попробуем что-нибудь другое сделать. Черт, еще монстр! Я и забыл про него уже. Не понимаю я, что нужно делать пока что. Давайте попробуем отсюда зайти, точно. Ах ты! Ах ты, не работаешь, оказывается. Вот как. Вот как ты со мной поступил, игра. И парковщик идет. Чем-то светит на меня. Ну-ка, давайте попробуем с ним повзаимодействовать. Хорошо, он вошел в меня. И куда-то отправил. Прыгать мы здесь не можем, кстати говоря. Оу. Оу. Это как игра. Что? Что ты сказал? Кто ты такой? Была такая игра. И нам не нужно трогать стенки, тогда иначе мы проиграем. А нам нельзя проигрывать. Я что-то не понял, что это за чувак стоит, для чего он здесь. Так, надо здесь аккуратнее пройти, стенки не трогаем. Оп-оп-оп-оп-оп. Мы подохли, мы не успели? У нас другой телек. Телек от магазина. Кстати, телек в руках иметь очень выгодно. Мы всегда будем видеть, где этот монстр. А он вот тут. Он прям вот. А теперь где он? Хорошо, он в другую сторону ушел. Нам нужно на склад пройти каким-то образом. Ха-ха-ха! Как это забавно, мы себя видим. Монстр. Вот он идет сюда. О, смотрите, человек стоит. Человек стоит, я вижу тень. На, в тебя. Мы можем повзаимодействовать с ним? Никак. Может быть, кассету взять? Давайте, возьмем кассету, вставим ее сейчас. Есть. Oh, hi. Didn't see you there. Welcome to Sports 101. Today we're going to be taking a look at some of the most fantastic and, well, I dare say, outstanding sporting athletes. Let's take a look, shall we? Это что за детский блок сейчас был? Что это? Что, в чем прикол? Ну-ка, давайте еще раз швырнем. А, это то же самое. Это стоп. То же самое. Нет! Все, хватит, выключись. Вот это кинем. О! О! Вот это очень неожиданно было. Мы должны пройти сюда, это портал? As an employee of the month, it's your duty to uphold the professional and friendly standards set by those you work alongside. To help you fit in, we'll be going over some of the basics of customer service, handling items, and precautions in the workplace. Your highest priority at the month is to always ensure your tasks are complete. The important part of customer service is to always serve with a smile. Be sure to handle any items the customer brings you with the utmost care. To gently handle items, simply press the big up key.
You can gently drop it with the drop key. Or even throw it with the throw key. Throw. Спасибо. Drinks up. Thirsty on the job? Simply pick up a drink and press the use item key. When handling heavy objects, you must ensure you lift with your legs and not your back. Simply get low using the crouch key and carefully pick up the item. Опа, мы можем присаживаться, оказывается. But if you must, use the sprint key to increase your velocity. On a night shift, always bring a handy flashlight with you in the scenario of an emergency. Trouble seeing in the dark? Be sure to get a good look using the zoom key. Sometimes you might struggle to scan an object at the register. Any items sold in the month are to always have a barcode on them. Simply pick up the item. А, можно сканировать на кассе еще. Окей, хорошо. Then rotate the item and read the barcode using the read key. That's all for this one. I'm Speedman Weedman, and as always. Хорошо, давайте идем вот сюда, в объятия этого чуда. Оу, ну. Смотрите. О, что-то упало. Что-то упало только что. Человек? Это тот самый человек? С туториала. Что? Пошел отсюда. Теперь я буду на туториале. Я видел тебя, я помню. Он был на заправке. Это что такое? Это вообще гравипушка. Мы находимся в Гаррисмоде? Куда она делась? Куда делась гравипушка? Куда я зашвырнул? Эта игра является отсылкой на кучу-кучу разных игр. Вот в чем прикол. Ладно, к сожалению, мы лишились гравипушки. Извиняйте, ребят. С помощью телефона мы перемещаемся обратно. Но почему-то... Ты кто? Ты что? А, парниша в зоопарке. Вряд ли ты думал, что ты по-настоящему один, не так ли? Возможно, мы можем быть полезны друг другу в эти тяжкие времена. Мне требуется определенное материальное желание. А ты мечтаешь убежать, как мило. Возможно. Я уверен, ты поймешь, когда найдешь это. Но я не совсем понял, что он имеет в виду, что я должен найти. Но я пойму сразу, как только найду. Это точно он мне сказал. Хорошо. Оставляем его. Идем. Оставляем и идем. Пойдемте искать то, что мы очень хотим найти, но пока не знаем что. Но мы точно узнаем, когда найдем. Нам нужно ходить по магазину и искать. Искать что-то новое. Искать секреты, которые нас будут отправлять все дальше. Но куда дальше, пока точно непонятно. Новое. Погодите. Нам нужно сортирку. А он сейчас как раз таки пройдет, кажется, в сторону кассы. И для меня это отличная возможность прямо сейчас пойти отнести сортирку в нужное место, в нужный лоток. Тихо, вот так. Экономим стамину, так как если он на меня нападет, я смогу убежать. Мы это помним. Закинули. Срочно нужно в уборную. Точнее, не в уборную, а в комнату уборщика. Взять швабру. Кидай! Ага! Ей! Девятишки! Воу! Воу! Беги, Евгений! Спаслись! А, оказывается, можно спастись почти что легко. Черт, нет! Но я смог! Она постоянно будет меня вот так вот кидать! В разные стрёмные места. Я хочу отсюда уйти. Мне нужен телефон. Ведь наши задания даже не сбросились. Все окей. Смотрите. О, боже мой. Господи. О, боже мой. А, я думал, это какой-то туннель. Ой! Ачивка, паркур. Нам дали ачивку паркур. Здесь предусмотрена вот эта возможность провалиться сквозь текстуры. Мы в игре находимся. Мы даже не понимаем этого. Ну, герои, видимо, этого не понимают еще. А мы уже такие, походу, мы реально в игре. Возвращаемся. Где мы? На кухне. Здорово. Так, нужно принести все кружки, все чашки.
А, нет! Труп лежит. Оп! Стоять! Будет непросто. Вон он. Труп лежит. Понимаете, труп. Все нужно принести, их три здесь. О, нет. Скорее. Скорее, скорее, скорее. Прекрасно, прекрасно, теперь на кухню. Давайте все сложим. А, нужно было одну всего. И то я просто разбил ее. Ну ладно, давайте попробуем теперь пройти к телефону. Слушаем. Эй, извини снова. Как там дела со списком дел? Опять? Он говорил уже это. В общем, босс сказал все то же самое. Теперь нам нужно идти и найти тот список. Убедись, что в безопасности. Мы в безопасности. Хорошо. Спокойно уходим. Два раза. Два раза был брум-брум удар. Почему два раза? А вот и список. Итак. Empty milk fridge. Снова в холодильник нужно отнести молоко. Отнести мусор. Prevent kitchen hazard. Что? Предотвратить угрозу на кухне. Кинув кубики льда в раковину. Нужны два их. А где еще один? Может быть, где-то как-то открыть нужно? Сейчас мы найдем. Вот он! Хорошо, мы выполнили. Что если выполнить чисто все новые задания, которых не было до этого? Труп в холодильнике. Мы убрали полку. Что это? Я даже не знаю, что это. Это самое главное. Нас это очень радует все. Нет! О, она прямо здесь была. Нехорошо. Все еще здесь. Стоит прямо, а? Стоит прямо здесь, возле входа. Ладно. Все окей? Кажись, все окей. Посмотреть видео. Ну давайте посмотрим видео. Опять, снова, снова, но уже другое. Кажется, другое. Нет, это уже было, но посмотрите, оно выглядит иначе. Потому что мы закрыли дверь, оно не может высунуться. Эта дверь защищает его? Ладно. Окей. Давайте посмотрим, где монстр. Нам нужно пополнить запасы молока. Вот молоко. Вау! Вау-вау-вау-вау! Есть! Есть! Отлично. Смотрите, все иначе, небо другое. А! Нам же нужно вот сюда. Лампа упала у меня. Я испугался. Неужели это все? Мы можем подойти к этой стене? Она непроницаемая. Что? Что? Ой, блин! Аккуратно! Тут тоже опасность повсюду! Куда ж мне деть себя? Нет! Не трогай меня! Закрыть! Осталось выкинуть мусор. Пойдемте. Хорошо. Я так понимаю, нам достаточно будет одного мешка. Просто. Блин, как он близко был. Скорее. А тот красный чувак все еще там. Идеально! Так, тут главное не лохануться. О, нет. Все в крови. О, черт. Нам бы желательно, чтобы оно ушло. Наконец. Вон оно ушло. Эта игра полна сюрпризов, друзья. Помнишь, я говорил, да, не идти в офис? Хорошо, пойдем в офис. Он договорит, наверное, и мы тогда сможем взять, так как еще не появилось задание. Все, теперь появилось. Ага. Все как полагается. Все как полагается. Идем на выход. Сейчас мы перезагрузим наш рубильник, наш генератор. Включим везде свет. Прекрасно. Все, мы здесь больше ничего не можем сделать. Набор повседневных задач теперь написано. Я не знаю, что имеется в виду, что я конкретно должен сделать. Дверь опять открыта. Опять снова. Все повторяется, но немного иначе уже. Окей. Окей, окей, окей. Где мы? Это что, мангал? Шашлыки жарятся? Нет, это просто флэйр. Окей, хорошо. Идем. Отдел...
Блин, нам нужно как-то пройти, да? Как-то нужно обойти их. Блин, неприятно, неприятно, неприятно. А! Нет! Снова берем флеер. Нет, нет, не то, не то это. Вот, флеер. Тебе дать, нам нужно как-то пройти мимо. Как-то пройти. Бойся! Бойся! Бойся света! Есть! Вот он ты! Ага! Получай! Куда кинул флеер? Стой! Берись! Где мы? Здесь скошен горизонт. Я чувствую, что я иду как-то немножко наверх. А где мы? Опять же, никаких заданий у нас нету. Я слышу тебя, телефон, я слышу. Но прежде чем мы поднимем, вот это что такое? Смотрите. Кто-то там был. Ты. А! Чей это череп? Я не знаю, чей это череп. Монстр. Мы взяли, короче, берем. Да, мы вместе с черепом сейчас уйдем. Мы переместимся вместе с ним. Нам только что показали это. Что мы можем перемещаться вместе с предметами. А значит, нам нужно идти к красному человеку на улицу. Нет. Опа. Воу. Оно здесь, оно идет ко мне? Что оно хочет? Оно в клетке. Вот и сиди в клетке, ты опасно. Ох, сейчас их будет нападать на меня много, да? Это просто краска, оказывается. Ну-ка, давайте поднимем ее. Просто краска. Это не кровь. Она красная, как кровь. Вот, это ее оттенок всего лишь навсего. А мы парились. Окей, смотрите. Мы в туалете. Вон он ходит. Вон ходит монстр. И еще тень стоит. Ладно, этот монстр на самом деле не опасен. Его можно легко обойти. Нам нужен красный чувак. Пожалуйста. Красный человек. Вот. Остерегайся того, что еще ты можешь найти в этих частях. Это проклятие не знает предела. То, что ты можешь повстречать в этом измерении, может иметь лишь одну цель. Пожирать. Класс, оно хочет пожирать. А ты хочешь взять эту голову? О, наконец-то. Мой старый друг. Это поможет, но мне нужно больше. Нам нужно больше. Эти кости будут необходимы в нашем ритуале. Без них мы не что и другое, как потерянные души. Они найдут нас. И мы будем не способны остановить их. Продолжая поиски, но больше всего будь начеку. Нам нужно... Что это? Ух ты, что это? А смотрите, поговорить с боссом опять. Поговорить с боссом опять. А здесь есть какой-то шифр. Мы, кажется... Погодите, мы же видели его на экране, по-моему. 4 цифры. Хорошо, давайте поговорим с нашим боссом. Машина стоит по-другому. Она опять въехала куда-то. Привет, привет. Да, 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 все в порядке. Ничего страшного. Ты парковаться нормально умеешь? Ну ладно. Опять все развалено. Видите, все чуть-чуть иначе всегда. Я хочу еще раз посмотреть на эти экраны. И кто это? Кто-то зашел. Смотрите. Там кто-то другой был. Темный. Возможно, это чувак с красным лицом, которому мы дали череп. А это что нам показывает? Такое ощущение, как будто это тоже магазин. 0129, вот. Вот что я искал. 0129, сейчас. 0. Стоп. 0129. Хакермен. Я что-то сделал, что-то захакал. Только что... Продолжаем поиск. Да, да, да. Да, это очень жутко, но здесь есть баскетбольный мяч, а значит, кайф. Он будет чеканиться прикольно. Пиу. Да, мы нашли еще. Мы нашли его. Стоп. Нет, здесь, именно здесь будет ритуал проводиться. О, интересно, что за сатану мы вызовем? А вон баскетбольное кольцо и дверь. Чисто при ритуале еще есть баскетбольное кольцо. Если вдруг ритуал затянется, можно будет 21 поиграть немножко. Давайте, нам нужно забросить, я уверен. Здесь, в таких играх это не может быть просто так. Слушай, а если прям вот так? Даже так не получилось. Стой, не может быть такого. Это кольцо непроницаемое.
Вот оно как значит. Вот оно как значит. Понятно. Бесполезно. А, и вот мы вернулись. Таким вот образом. Понятно, 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 понятно. Монстр идет вдаль куда-то. Хорошо. Нужно просто подобрать список дел. Снова. Take trash from door. Хорошо. Выкинуть мусор. Немножко другая последовательность. И свет выключился. Почему-то все в другой последовательности немножко. Монстр, я видел его. Есть! А, чёрт, не закинул. Давай, закидывай, господи. Ну-ка. Это не то, что мы заслуживаем, прости, я тебя... Что это? У меня нет на это времени. Мы не этого заслужим, да, извини, пожалуйста. Хорошо, это мы сделали. Это мы молодцы. Ладно, мы можем сразу взять кружку и принести на кухню. Таким образом, мы выполним еще один квест. Давайте пройдем. Надеемся, что выживем. Отлично. Что у нас тут? О, клетка пополняется, кажется, монстрами. Кидаем. А, прекрасно. За это нам денег даже дали. Нифига себе. Найдите DVD-шки. Что это? Что это? Space to interact. Взаимодействовать. Я что-то попил. Это какой-то энергетический напиток. Я говорил, что эта штука может вас убить. Может. И убьет, судя по всему. Пожалуйста, без монстров. Быстренько. Оп! И теперь... А, DVD-шка, зачем? Я ушел, идиот. Нет! Нет! Скорей! На улицу! Ух! Very good! Выполнили все задания, выполнили. Телефон звонит. Поднять. Да-да-да, снова. Снова все то же самое. Нам нужно теперь идти. Погодите, а здесь уже больше нет кассеты, которые можно... Что это? Флэры. Монстры боятся. Они боятся этого. Вот, он здесь. Ты боишься этого. Нет, он не боится этого. Где мы? Где мы? Что это? Смотрите, кнопка 3. Кнопка 3. Кнопка 1. Давайте по порядку попробуем. Нажали. Кнопка 3. А где кнопка 2? 3. 3. Что? 1. 1. 1. Типа, 1 мы сделали? Или как? Что это значит? 2. 2 сделали. Теперь нужно 3. Теперь нужно 3. Ищем 3. 3 сделали. Дверь открыта. Слушайте, как это все прикольно. Новые пазлы все время. Какие-то очень креативные. А это что? Дверь? О, о. А, мы так перемещаемся в ритуальную. Хорошо. Какая у нас цель теперь? У нас нету новой цели, к сожалению. Вот, новый список. Slice the bread. Нужно нарезать хлеб. Какой, блин, хлеб? Вы о чем? Вы о чем? Уходите. Какой хлеб? Что это? Дискета. Давайте ставим ее. Нет? Как ее вставить? Исследовать. Install диск. Установите диск. Jupyter Notebook. Я не знаю. Идем на кухню. Они зайдут сюда? Нет! Нет! Черт! А-а-а! Скорей! Беги, беги, беги! Их можно оббежать! Прекрасно! Все, уходите, уходите. Окей, спасибо за туалетную бумагу. Нам нужно как раз таки ее поставить. Он бесконечный как будто бы теперь. Где туалетная бумага? Боже мой. Что это? Buy now. А, покупай сейчас, говорит он. Что-то я должен сейчас купить? Ладно, не сейчас. Казалось, я только выучил свой магазин, а теперь он изменился. Возможно, здесь. О, нет. Где? А! Ну какого черта? Ну какого дьявола?
Мы вернулись? Нет. Что это? Что это? Какая-то странная табличка. Что-то сатанинское, судя по всему. Ну ладно, давай. Погодите, стоит ли нам отсюда уходить раньше времени? Что здесь есть? Вот! Вот молодец, Евгений правильно сделал, что достал. Что достал и прошел игру почти что даже. О-о-о! Это зеркало. Вот мы видим себя. Ладно, давайте возвращаемся теперь. Пойдем отнесем. А как мне? А, вот, все, получилось. О-о-о! Где мы? Где выход? Аккуратней! Давай-давай-давай-давай, сразу туда, в ритуальную. В ритуальную. А мы можем поместить самостоятельно? Нет. Надо только красному чуваку это отдать. Он сам знает, как располагать правильно. Ой, блин. Было жутко. Ну чё, хватай. Оп. Это не оно. Ищи. В смысле не оно? Это же нога. Я сам решу, что подходит для ритуала, а что нет. Вот так. Так, череп мы не можем взять, конечно же. Ладно, пусть лежит здесь. Посмотрите видео. Посмотреть видео. Здесь нет никакого, блин, видео. Кинем? Да, мы посмотрели, хорошо. Верните тележку магазина обратно на базу. О, красный туман. Так, а что у нас с тележкой? Раз, два. А должна быть третья, да, еще где-то получается? Вот ты где у нас. Это база? Это да, это правильно. Это мы сделали. Кстати, этой штуки не было. Монстрик идет к нам. Надо его миновать срочно. Теперь, вот здесь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Брось. Ой, брось. Даже не знаю, где безопасней. Нам нужно туалетную бумагу вернуть. А, нашел. Есть. Задание выполнено. Слышите? Монстры. Итак, теперь нужно хлеб разрезать. Осторожнее, не пугай меня. Ну-ка, что это? Bread slicer написано. Теперь нужно только найти хлеб. Смотрите. Bread. Ну это похоже на хлеб. Специально неправильно написали. Ладно, давайте вот так сделаем. Да, нарезали. Ай, хорошо. Монстр. О, блин, как аккуратненько его прошел. Поднимаем. Ага, понятно. Иди в офис. Иду в офис. Хорошо, хорошо. Вот, что это у нас такое? Сходил на гаражную распродажу на недельке и купил коробку флееров. Отлично. Я подумал, эй, отличная вещь, которая пригодится, если свет отключится. Но не используй их всех, потому что они не очень, не очень дешевые оказались. Мангер говорит это. Вот. Опять же, все как обычно. Но свет не отключился в этот раз. Где мы можем использовать эту дискету, непонятно. Каждый раз, когда пишутся вот эти повседневные задачи, открывается вот эта дверь. Может быть, она снова открыта? О, значит... Да, она открыта и правда. Окей, что-то новенькое будет. О! Запечатано теперь. Все запечатано. Смотрите. Что это? Не устанавливайте программы на этот ПК. Вот. Вот, я думаю, вот здесь нужно, да? Правильно, мы что-то установили. Извините, пожалуйста, сэр. Я, кажется, вирус не загружаю. Юпитер. О, май гад. О, май гад. Там телефон. А здесь? Нет. У меня фонарь не работает. А музыка что-то страшная. А что-то как-то страшно. Мы можем бежать по прямой. Так, хорошо. За пределы мы не упадем. А, как... Я представляю, как на YouTube сейчас это выглядит. Все, наверное, в кубиках у вас. Смотрите, что это? Зажигалка. Трупы. Евгений говорит все очевидное. Вот такой вот он классный. И остроумный. Идем по коридору. А, нет, погодите. Найдите две кнопки, чтобы открыть ворота. Две кнопки.
А в какую сторону идти? О, нет. О, нет! Тут будет... Ой, жесть! А, спасибо тебе, Silent Hill, что проделал так много клёвых игр. Максимально жутких. Что это? Сейчас, погодите. Мы не можем ничего сделать, просто фотка. Хорошо, берем. Это свечка, не зажигал. А! Окей, он на крюке висит. Ребят, здесь так плохо видно все. Надеюсь, вам нормально видно. Надеюсь, получится это подтянуть на монтаже. Хорошо, просто идем. Нужно найти две кнопки всего. О, да! Привет, Silent Hill. Привет. Прекрасные картины. Что это? Мы здесь не были. Почему я не видел этого? Человек с экраном. Погодите, это же кнопка. Хорошо, хорошо, мы наполовину сделали. Так, я теперь понимаю примерно, как выглядят кнопки и где их смотреть. Нам нужно вот сюда, вот в этот коридор. О, черт, нет, нет, тихо. А! Нет! 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 Хватит кушать меня! Слушай, они быстрее, чем кажутся. Их теперь больше! Куда мы пришли? Вы меня в ловушку загнали! Будьте вы прокляты! Нет! Убили. Убийство! Ау, ауч, уи, уф! Что? Выберите вашу судьбу. Продолжить. А, нет! Нет! Нет, мы даже заново. Ну ладно, это чекпоинт хотя бы. Найдите две кнопки снова. Прекрасно, кнопка номер один найдена. Короче, эти уроды обязательно... Они обязательно появляются, когда я одну кнопку нажму. И будут постоянно за мной бегать. World is here. Stop. Help. Что? Опять? Но это же вот, нога. И звук, такой характерный звук. Ладно, нам нужно ее взять. Я знаю, что нужно сделать. Пойдем, заберем, как только откроем эти ворота. Все, будь здесь, нога. Жди меня. Все, подбираем свечку. Ты здесь навсегда, говорит мне игра. Не тут-то было. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Ладно, я присел, и, видимо, они меня не видят. Я, кстати, не могу встать теперь. Хорошо, идем. Теперь я встал сам. Боже мой, кнопка! Есть! Отлично! Мы выполнили квест. Прекрасно! Ой, думал, это будет сложно. Главное не забывать, в этих местах еще нужно... Нет! Где нога? Быстрее, быстрее! В этих местах еще главное подбирать вот эти важные предметы. Но почему? Почему я на крыше магазина? Почему здесь машина стоит? Ты что такое? Просто фонарик. Что я здесь делаю? А это... Так, а мы не можем дальше пройти. Игра, что ты хочешь от меня? Смотрите, наш начальник стоит там. Ты, как всегда, оригинально припарковался, умница. Но ты босс, ты можешь делать все, что ты хочешь. Поговорите с боссом. Судя по всему, нужно спрыгнуть. Босс, толкай речь. Мы проваливаемся сквозь текстуры. Почти что. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Смотрите, закрыта наша дверь. Так, это. Е! Я понимаю, ты кажешься озадаченным, но ты больше не можешь дальше бездельничать. Одному Богу известно, что это место хранит для тебя. Еще одна часть для коллекции. Продолжай в том же духе. Эта старая душа была разорена безудержным проклятием. В этой зоне. Я уверен, он поймет. Он всегда понимал. Вот бы он был здесь. Хорошо, я так понимаю, теперь нам нужно снова... Почему? Почему эта штука закрылась? Я не понимаю. То ли все обнулилось, то ли непонятно. Короче, мы узнаем, что в магазине будет. Но прежде я хочу провалиться сюда. Да. Да-да-да. А, нет. А, нет. Опа. Тихо. Мы в магазине. Осторожней, осторожней, осторожней. Мы видим
Это из глаз монстра! Боже мой! Нет! Он убил меня! The month. How hiring? Now hiring. А, типа, месяц. Теперь набираем, что-то было. Хорошо, давайте еще раз продолжим. О, он нас здесь сохранил. Ладно, я ничего не нашел в этом месте, поэтому просто идем к телефону. Телефон. Погодите, он в другом месте? Где? Где? Идем. Пожалуйста. Скорей, скорей. Блин, давай. Есть, успел. Есть, успел, 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 успел. Прекрасно. Что? Машина. Опа. Добро пожаловать в Гран-туризм, ачивка. Что за? Что? А, аккуратней. Смотрите, что с машиной. Водитель найден мертвый в автокатастрофе. Нажмите, чтобы продолжить. Продолжаем. Работник месяца. Быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. А, можем пропустить титры. Еще быстрее. Для всех нетерпеливых. Окей. Вы знали, что вы можете просто взять вещи из столовой, и никто за вас не, на вас не будет кричать за это. Чужой из чужих. Из фильма «Чужие». Что? Окей. Мы... Нет. Мы прошли игру вот так. Мы просто уехали... Погодите, нет, такого не может быть. Вот, мы вернулись, да. Получается, мы получили одну из концовок. Хорошо, давайте пойдем подберем список дел снова. Хорошо, туалетная бумага, почистить грязь, найдите DVD и кружки принесите. Сейчас мы быстренько все это сделаем. Воу, опять все изменилось. Оу, мы можем сюда пройти? Я куда-то, кажется, упал. Ой, ой, боже мой, все хорошо? А куда ты хочешь, чтобы я... Погодите, а вот мы можем хлам вычистить вот таким вот способом. Все находится здесь, в этом помещении, главное найти просто. Туалетная бумага, ты где? Я тебя ищу. О, окей, окей, окей. Туалетной бумаги здесь нету, но есть DVD. Хотя бы это задание мы сейчас выполним. Швыряйся. Музыка где-то в другом вообще месте играет. Здесь нет туалетной бумаги. Knock off the toilet paper. А! Стоп, погодите. Что это? Что это? Что это? Что сделалось? Что со мной случилось? Почему я сдох? Rusted. Заржавел? Я не понимаю. Я не понял, что происходит здесь. В этой странной игре. Какое? А, нет! Все заново. Мы заржавели, как и все это помещение. Ладно, давайте быстренько. Я понял, что нужно сделать с баскетбольными мячами. Нужно сбить туалетную бумагу. Скорей, 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 скорей. Берем. Давай. Стой. Хрень получилась полная. У меня всего 3 попытки или больше? Надеюсь, больше. Нет. Есть. Тихо, тихо, тихо. Итак, вот туалетная бумага. И последняя. Кружки. С кухни. Да, боже мой! Надо это все, получается, очень быстро делать. У нас мало времени. Убрать, кружку взять. На кухню отнести. Умница. Взять DVD. Есть. Теперь сортирку. Сбить. Умница я! Так, где, 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 где? Быстрее, 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 пожалуйста. Туалетная бумага. Так. И очистить. Всего лишь очистить. Время. Кидай. Есть. Где? Телефон. Успеть бы. Успеть бы. Есть. Что теперь? Что теперь? И смотрите, перестало. Видите? Все нормально. Нет. Все ненормально. Вот. Список дел. Хорошо. Снова нужно взять молоко. Я не знаю, где оно. Вот молоко, кстати говоря.
Отлично. Быстрее. Мы начинаем подыхать. Ура! Мы когда выходим из магазина, нам становится хорошо. Давайте читать следующее. Take trash. Ага. И нужно на кухню идти. Давайте на кухню пойдем. Ведь тут кубики льда, которые нужно выкинуть. Хорошо. Хорошо. Значит, хлеб взяли. Возвращаемся обратно на кухню. Да, тут нам хорошо. Твою же мать! Нужно подождать, пока она повернется нужной мне стороной. Повернись, хлеборезка. Ай, хорошо, теперь мусор осталось. Я вроде как здесь все осмотрел, здесь нету никаких особых частей тел. Хорошо, берем мусор. Чувак все еще там, кстати, стоит. Извини. Окей, телефон звонит. Окей. Хорошо. Что он от нас хочет? Jump into the void. Прыгните в небытие. Вот сюда. Я понял. Хорошо. Понеслась. О, какая прикольная музыка. Слушайте, как это круто. Какая это крутая игра. Босс! Что с тобой? Я этого никак не ожидал. О, мы на складе. И, кстати, ползунов здесь нету. Мы на складе, чтобы зайти сюда и... О, боже мой. Где это? 0129 все еще нам показывает код. Значит, нам нужно найти вот этот огромный спуск вниз. Где бы он ни был. Это склад. Там какая-то еще труба, я вижу, огромная. Окей, мы вышли. 0129. Нам нужно ввести этот код. Ой, осторожней. Ой, осторожней здесь. Все исчезло. О, боже мой. У нас нет шансов больше что-то сделать новенькое, походу. Или нужно будет в новом месте искать этот кодовый замок. Ты задолбал меня. Ты понимаешь это или нет? А, нет, мы теперь не можем уехать в машину без колес. Посмотрите. Тут просто тьма. Включите генератор, положите броб Energy в холодильник и протрите пол возле бассейна. Мы сейчас в каком-то в бэкрумсе окажемся. Так, это открыть двери, а это вниз. Прекрасно. Мы в бэкрумсе, кажется. Я даже понятия не имею. Здесь хорошо закрыта дверь. Пойдемте сюда посмотрим. Ага. Окей. Это получается, мы вернемся в ритуальную комнату. Что это? Это телек левел. Это проход вот в этот левел. Ладно, пока мы не пойдем сюда, мы включаем таким образом проход в новые левелы. Нужно энергетический напиток положить в пустой холодильник. Это что? Броб. Вот. А вот и он. It says броб, not броб черри. Извините. Нужно не черри, нужно обычный броб. Идем к бассейну. Что там? Мы реально в бэкрумс находимся. Область вокруг нас была неизменной с начала времен. Вот бы был другой способ. Мне больно от того, что мы используем кости таким образом. Отчаянные времена. И правда, отчаянные времена. Я не понимаю, что эта игра хочет мне сказать. Но я не понимаю этот предмет. Ищи. Да я не для тебя! Это не для тебя вообще. Опа. Я окунулся и сдох. Сори. Ты не можешь плавать. Обито. Неужели заново сейчас тащить швабра туда? О, да, делать все заново нужно. Окей, прежде чем мы отправимся туда, давайте возьмем левел снова, закинем и сходим. Мне кажется, здесь мы найдем как раз-таки другие предметы. Из других левелов их надо брать. Броб. Нужен энергетический напиток броб. Вот. И теперь мы возвращаемся обратно.
И можем его засунуть в холодильник. Давайте здесь его оставим и сразу пойдем за шваброй. Возможно, как раз таки в том месте, где дверь была. Значит, смотрите, вот холодильник. Закидываем. Ура! Или генератор вот здесь внизу. Наверное. Или вот здесь. Наверное. Вытираем пол. Все, идем искать генератор. Вот мы здесь. Что это? Блин, еще больше коридоров. Они сделали бэкрумс в виде магазина. Боже мой, куда мы идем? Чувствую, что куда-то вообще не туда. Ох. Куда мы пришли? Что это? Юзать. А, это дверь. О, нет. Вот оно. Вот это место. Ну, нам не рановато сюда прыгать? Погодите, давайте еще пройдемся чуть-чуть. О, боже мой! Ладно, чтобы потом не потеряться, давайте сейчас прыгнем. Я не знаю, что это будет. Возможно, еще одна концовка. Что это говорит о нас, о нашем поколении, друзья? Почему эти вещи нас пугают? Какие-то огромные пространства, пустые и непонятно куда ведущие. О! Мы не можем. Здесь все закрыто. Так вот, непонятно куда ведущие дырки, коридоры. Вот оно как. Я уверен, как-то это можно психологически объяснить. Может быть, мы и правда потеряны? Смотрите задание. О, блин. Нарежьте хлеб. Видимо, весь хлеб, да? А если что, нарезать? Что будет? Сейчас мы сделаем салют. Просто фейерверк хлебушка. А если взять сам нарезанный хлеб и кинуть? Ничего не будет. Вот так. Миллион хлебов. Всем. Продолжаем. Опа. Еще хлебушек. Это тот хлебушек, который нарезал. Он глюканул, кажется. Есть, мы сделали это. Мы сделали. Там я вижу страшную рожу. Из-за того, что мы на него зазумили, мы чего-то добились. Я не знаю, правда, чего. Возвращаемся. Вот где мы. Да, генератор был прям вот, оказывается, здесь. Мы даже могли там не ходить. Ну что, давайте. Он опять повторяется. Смотрите. Он сказал, в другом месте можно найти. Внизу, где пожарная сигнализация. Хорошо, идем вниз. Нет, мы застряли. О, нет. А, нет, мы здесь. Это очень быстрый лифт. Внизу, где пожарная сигнализация. А это что такое? Ой. Извините. Ну ладно, мы нашли, по крайней мере. Вот. Почистите зеркало в ванной. Уберите улики возле компьютера. Постучите в дверь 452 6 раз. Дверь 452. Поговорите с клиентом. Нам предупреждают о том, что клиент пришел. Клиент. Отличное место у вас тут. Хорошее. Что я могу сказать? У меня было такое же место в Майами, перед тем, как я отъехал. Жаль, что мне пришлось уехать, но я не мог устоять перед предложением всей жизни. Что за предложение? Капитализм, вложения и прочее. В общем, о чем это еда? А, да. Я возьму две бочки вашего Finest Greens. Я не знаю, что такое. Короче, ему нужно две бочки. Grease. Я не знаю, что такое grease. Нужно две бочки гриза. Или
или одну. Дети бочку высрают, я не видел. Я не знаю, где они. Я снова нажал. Пойдем искать что-то. .053 635. Господи, они даже не по порядку здесь. 452. Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Задание выполнено. Класс. Что? Цистерны. Блин, 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 блин. А, как я испугался, нет. Это было правда жутко. Мы в бэкрумс по-настоящему. А, главное не попадаться этой штуке на глаза. О, компьютер. Хорошо. Очень хорошо. Мы все улики удаляем. Прекрасно. Это тоже улика? Не знаю. Ну, а теперь куда? А теперь это, возможно, все, и нам нужно обратно возвращаться. Отлично, мы вернулись. Я хочу попробовать сюда спрыгнуть. Ой, только не сдохнуть бы. Я сдох. Неужели все заново? Ноги сломаны эти. Пришлось взять швабру на всякий случай с собой. Итак, мы идем на склад. Я не помню, где была... Стоп, а это что? Снова? Это снова появилось. Мы, смотрите, мы пытаемся разрубить хлеб, но ничего. Это не действует. Опа, я не знаю, это хорошо или плохо, то, что я подобрал снова эту записку. Возможно, это какой-то глюк. А, мы в туалете, да, кажется? Ой, боже мой. Так, да, мы в туалете, наконец-таки. Нужно почистить. Я не знаю, как. О, швабры. О, я в замешательстве. Ладно. Теперь мы опять в бэкрумс. И снова компьютер. Но мы уже здесь все сделали. А вот и бочка. Смотрите, the front rooms называется. Не за кулисье, а предкулисье, короче, как-то так. Я не знаю насчет нарезки хлеба. Она не убирается, даже если я его нарезаю. Just what the doc ordered. Here's a coupon. Should cover the cost. О, вот что, прям как то, что заказывал. Вот тебе купон, вот, пока, все. Что теперь? Я не знаю, что теперь. Телефон не звонит. Я уже посмотрел в интернете, я знаю, что после того, как я дал там все задания сделал, не было, во-первых, задания снова нарезать хлеб. Это просто глюканула у меня игра. Мне придется начинать все заново, походу. Игра меня изрядно так поимела, но я не сдался. Я прошел все заново и дошел до момента, где я даю чуваку бочку. Получай бочку. Телефон звонит, наконец-таки. Ой, боже мой, здесь нельзя делать что-то, что тебя не просят. Вот сейчас. Вот, еще кое-что он просит меня сделать. Ага, должен быть еще лист с задачами в комнате отдыха. Опять же, речи не идет о хлебе. Какого фига я подобрал это? Вообще, почему она появилась? Специально, чтобы я прошел игру заново? Что? О! Ладно, давайте смотреть. Где-то здесь должен быть список задач. Вот. Цистерну. Осмотрите цистерну. Цистерна, цистерна. Это где? Это что? А вот и цистерна. Погодите, неужели? Вот это. Да, там, видите, вода появилась. Значит, я теперь не разобьюсь? О, я даже немножко денежек за это получил. Вот сюда нам нужно. Ой, как я рад продолжать. Как я рад, что я больше не в тупике. Ненавижу эти моменты. Смотрите, что это глаз. Огромный глаз. Это огромный глаз, и он смотрит на меня. О, блин, реально на меня смотрит. А я смотрю на него. Мы поиграли в гляделки. Кажется, я выиграл, потому что он отвернулся от меня. Где мы? Сортирка здесь. Боксерский ринг! Что за приколы начинаются? Мы можем проползти вот таким вот образом. Так, здесь конфетки. Логично для боксерского ринга. Что там? Вот! Кинул. Я не знаю пока. Хорошо. А, погодите, вот телефон. И он звонит. А чего не слышал до этого? И сейчас мы вернулись обратно. Боже мой. Мы выходим. Я прям жду, как сейчас появится снова. Поговорите с боссом. Погодите, замок появился снова. Точнее, этот ключ. Не ключ, а... Короче, вы поняли, номера. 4057, по-моему, да. П.
появилась. Мы открыли. Прикиньте, мы до сих пор не нашли новые части. Нам нужно еще две найти. Господи, такая длинная игра очень. Давай, начальнику, скажи, look, что делать. Я знаю, что ты от меня хочешь. Я пошел. Кстати, пока я перепроходил игру, я заметил, что если ты вот так вот поворачиваешь камеру и смотришь прям на край, краем глаза, периферическим зрением, то монстра видно. Ладно, в жопу иди. Что? Ой. Ой, не понравилось мне это. Итак. Жутко. Жутко, найдите DVD, как обычно. Здесь их нет. Ну ладно. А, нет. А, ты здесь. Не доверяй этому повторяющемуся событию. Я думаю, что они манипулируют тобой. Короче, место будет пытаться найти возможность тебя убить. Оно не будет медлить с этим. Как только получит возможность, все, хана тебе сразу. Пойдем вот сюда. Это бесконечно, да, полки? Это бесконечно будет. Скорее всего, да. О, смотрите, я зашел в другую дверь, и здесь вот на полках кнопочки. О. Окей. Окей. А вот и мусор. А вот и мусорный бак. Ну-ка, попал? Ой, по-моему, я перестарался. Так, у меня всего-то 3 попытки, надо быть аккуратней. Ну-ка. Есть, мы это сделали. Хорошо. Где мы теперь? Черт его... здрасте. А, пожалуйста. Хорошо, жмем кнопочку. Что? А, смотрите, у нас здесь есть швабра. Хорошо, мы можем взять швабру. Она нам пригодится, чтобы... О, нет, только тебя здесь не хватало. Стоп, тихо. Где швабра? Вот она. Как же мне тут не нравится. Смотрите, вот он. Вот, есть, сделал. А здесь сразу DVD. Вот только куда их? Я без понятия. Ладно, давайте вернемся в эту комнату. Вот здесь. Есть! О! И сразу телефон тут. Он снова говорит мне про еще один лист, список дел. И где? Где-то на складе, он говорит. Где-то, блин, на складе. Хорошо, пойдемте посмотрим, что здесь. А, так вот же склад. А вот и записка. Опа, что это значит? Значит, туалетную бумагу возьмите. Что произошло? Туалетная бумага. О, блин! Он вышел! Нет, меня убить! Где я? Огромный ползун! Скорей! Нужно добраться до телефона! Стамину экономим! Что? Ох, нифига, где мы находимся? Черт, 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 телефон быстрее! Слышу! Открой! А, есть! Выжили! Итак, где мы? О, нет, опять далеко переть. Окей. Нам нужно сюда. А монстр? А монстр где? Так, я вижу какую-то тень здесь. Вау, 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 вау! Тихо, 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 тихо! Вот так и будет, да, здесь бегать? Хорошо, нужно его куда-то приманить в другое место.
А получится ли его сюда? Ну-ка. Тихо! Тихо! Скорей! Да-да-да-да-да, правильно! Приманить! Скорей! Drop it like it's hot! Открыть! Давай, телефончик, спасай! Хорошо, нужно теперь в офис как-то его попасть. Как-то теперь нужно от него избавиться. Он же в эту сторону сейчас пойдет, да? Во! Быстрей! Да как ты меня поймал? А, нет. Ладно, мы быстро справились, быстро ушли отсюда. Благо. Что теперь? Офис. Вот куда? Вот сюда. То есть, получается, обратно просто надо будет вернуться. Да? Да, просто обратно. Я уже играю часа 4, наверное, в нее. В общей сложности. Эй, открывайся. О, блин. О, блин. Офис! А вот и офис. Пожалуйста, уходите. Нет, 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 я здесь. Подобрать. Найдите выход и charge. Зарядите телефон менеджера. А что за телефон? Где телефон? Что-то я нажал. Погодите. Вот это офигеть. Здесь нету ничего. Но только если мы пройдем, мы сможем как-то, да, пересобрать эту комнату. Вот сюда. Не знаю, я наобум все делаю. Вот, походу, нашли выход. Че это? А, это телефон! Хорошо, это мы сделали. Что? Где я? О, нет. Стоп, я здесь был уже. Кнопку если нажать, что будет? Фиг его знает, что будет. Оу! А вот этого не было. О! Погодите. Это считается, что я вышел или нет? Господи, в каком же я замешательстве сильном. О, смотрите. Это манекены стоят, походу, да? Нам 100 пудов сюда нужно. Здесь продают глаза самые вкусные. Машины. Этот магазин имеет все. Все, что ты захочешь. Я нажимаю кнопочку. Но ничего не происходит. О боже мой, я не понимаю. Я не понимаю. А, вот сюда проход. Что? Как я здесь оказался? Ах, я еле иду по этим ступенькам. Так, ну это уже совсем прикол. Что ты хочешь, игра? Что мне делать? Среди всех этих непонятных ступенек и проходов. Это что, провод? Куда он ведет? Давайте кинем. Хорошо, мы можем... Погодите, записка. Наблюдение. Зашел в новое место с помощью кассеты. Телефон привел меня обратно. Теперь я слышу голоса. Заключение. Все не под моим контролем. Мне ничего не подвластно. Понятно, что ничего не подвластно. Но хотя бы какой-нибудь проход, подсказочку. Боже мой, где я? Как я здесь оказался? Слушайте, да, давайте я уже упаду куда-нибудь. А, да что ж меня... Зачем я проиграл этой твари? Телефон! Но он даже не звонил. Опа, дырка, из нее что-то там шевелится.
Ладно. О, нет. Короче, здесь мы не пройдем. Это значит, что нам нужно вот сюда, как обычно. И вы прикиньте, я до сих пор не нашел вторую часть. Точнее, какую вторую? Третью часть тела. Мы так долго бродим, делаем что-то, а до сих пор не нашли вторую часть. Стой, нажимаю. О, спасибо за руки. Я все делаю неправильно. Судя по всему. Поговорите с боссом. Ладно, давайте болтать. О, вот как. Хорошо, это что-то новенькое. Что-то новенькое, значит... Идем сюда. Ладно, идем. О, там монстр был. Я его видел. Я видел эту подлюку. Эта дверь открывается. Убейте меня, пожалуйста. Я только за. Убейте кто-нибудь меня. Это невыносимо просто. Что мне надо делать? Окей, мы здесь. Тут нет ничего. Возвращаемся обратно. Это кнопка. Я так думаю, что она бесполезна уже. Почему-то мне так кажется. Но и на всякий случай, если вдруг игра захочет прикольнуться, давайте возьмем ее. Пусть она будет с нами. Что у тебя? Список дел. Перезапустите генератор. Установите вирус на компьютер. И верните... тележку на место. Так, тележку это первым делом давайте сделаем. Это самое простое. А, нет. Кажется, меня поимели, да? Я все пытаюсь мыслить нормально. Ну, тележка, значит, она находится на улице. Но ее здесь нету. Босс припарковался. Не знаю, я, короче, возьму эту тележку на всякий случай. Ну, поехали. Ах, жуть. Окей, я помню, что генератор был вот здесь. Он все еще здесь? О, нет. Это нехорошо. Это, блин, очень нехорошо. Что это здесь? Найденное и потерянное. Я потерянный. Я чувствую себя очень потерянным. Куда мне? Он сейчас меня догонит. О-о-о! Главное, стамину не потерять. Стамина! Стамина! Есть. О-о-о! Я убежал. О-о-о! Что это? Что ты есть? Хорошо, а компьютер как раз-таки в этой... Блин. Компьютер как раз-таки здесь находится. Значит... Нет. Нет! Я просто так сюда пришел. О, смотрите, какой-то проход нашел. Куда он ведет? Вот! Вернули! Да! Отлично. Сюда я даже не собираюсь падать. Ну его нафиг. А вот тележка. Все было гораздо проще. Окей, ладно. Погодите, можешь сюда упасть? Серьезно? Моя кнопочка. Смотрите, 09424. Нет, текстур, звоните 09424. Окей. Нет. Нет. Ну нет. Ну зачем? За что меня сюда опять послали? А, нашел. Наконец-то. Что это? Что это? Что это? Что это? Нет, ты не трогай меня! Ну, ребята. Ну, ребята, вы даете. Так, это дядя... О, я могу его с собой таскать. Пошли со мной, дружище. Ты будешь меня направлять. Куда? Не сюда, Евгений. В другую сторону иди. Да, это очевидно. Тогда иди сюда, только осторожней. Осторожней. А то оно тебя убьет. Хорошо. Я буду очень аккуратным. Почему бы тебе не сходить в другую сторону? Вот туда. Где pool rooms, да? Пойду, схожу. Тихо. Если что, я прикрою тебя. О, спасибо, друг мой. Приятно знать, что кто-то тебя прикрывает. О, дискета, пошел в жопу. Дискета! Отлично, мы продвигаемся, друзья. Продвигаем. Блин, что это? А, наконец-то! Есть! Вернитесь к телефону. Ой, игра, ты издеваешься надо мной. Ладно, пойдем со мной, дружище. Направлять меня будешь. Все, мы хорошо поползали. Спасибо, твои советы больше не нужны. Пошел отсюда. О! Извините. Ага, ты не сможешь от меня избавиться. Легко я это сделаю. Вот так беру и сваливаю. Все, телефончик.
Generation. Генератор. Генератор? Идти к генератору. Опять. Поднимите листок с заданиями возле генератора. Там монстр. Ладно, ты мне все-таки еще понадобишься. Ага, я знал, что ты без меня ничто. Вон монстр пошел в ту сторону, куда я рукой указываю. Спасибо, я и так это видел. А теперь идем к генератору. Вот сюда. Как приятно иметь компаньонов. На самом деле это успокаивает. Итак, список. Вот список, бери скорее. Хорошо, заткнись. Какая долгая игра. Как много всего она хочет от меня. Значит, нужно взять... Нет. Нет, 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 нет. Давайте сразу возьмем вот это. Скорее всего, пришел клиент, который захочет, чтобы мы ему дали эту бочку. Да что происходит? Я не понимаю, что происходит. Где мы? Что это? Флэйр. Придется оставить бочку, к сожалению. Ну ладно, пойдем. Почему эта игра такая огромная, такая долгая? Я уже с ума схожу. Она реально меня сейчас доведет. Вот можно пойти вот сюда, в эту дырку. Я как будто реально в жопу сатаны залез только что. И ползу. Она глубока. И темна. И красна, естественно. Так, что-то есть впереди. О, боже мой. Телефон! Телефон, телефон, телефон. Это хорошо, это хорошо. Я не знаю, что меня отправило в это место. Я вообще ничего не понимаю. Мы вернулись. Господи, как я устал. Хорошо, посмотрите кассету. Давайте. Сделано. Значит, нужно хлеб еще обязательно. О, нет. Клиент пришел. Вытереть кровь и отнести мусор. Угу. Что? Вот ты здесь, оказывается. Ты еще здесь. Вот кто меня отправил в те сраные места. О. На самом деле, конечно, пипец, какая игра разнообразная. В плане, тут можно столько всего найти, столько всего нужно изучать. Ну, не нужно, можно изучать, чтобы понимать, в чем прикол, всю историю, но я не знаю, я не уверен, что я это осилю. Так, получилось? Хреново лысого. Я не знаю, кто про клиента сказал, где эта пожарная тревога. Она здесь должна была... раздаться, и здесь должен был быть клиент. Здесь его нет. Хорошо, идем в pool rooms. И это сюда. А вот кровишка. Окей. Осталось только теперь найти хлебушка. Нет, ты идешь, да? Ты идешь. О, хлеб! Хлеб есть! Ладно, это уже хорошо. Хлеб есть. Опять это почему-то здесь дискета валяется. Валим. Давайте сюда. Я никогда еще не ходил сюда, по-моему. No! Нет! Нет, я не готов! Я не готов! Скорее! Давай! Вниз! Есть! Чё там по хлеборезке? Она вряд ли здесь у нас. Нет! Сюда! Я обогнул его! Обогнул монстра! Вот сюда. Вон хлеборезка. Ура. Господи. Наконец-таки. Да. О, монстр. Монстр. Нет. Труп мне не поможет. Давай. Экономим стамину. Быстрее. Нет. Еще и монстр этот пришел в меня. Фух, мне повезло. Я сбросил с себя хвост. Теперь, мне кажется, можно спокойно уйти. Ты идешь со мной, бич. А, погодите. В какую сторону? Вот сюда. Вот сюда? Как же ты меня задолбал! Ну как же ты меня бесишь! Ах, я сейчас пойду туда, из-за него теряю только время! Так, давай, швыряйся! Вот! Отвлек, надеюсь, хоть чуть-чуть. А сейчас будет этот монстр. Ну конечно же, да? Не может же быть просто все. Ура, 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 ура! Есть! Вниз, наверх точнее!
Звонок. Еще одну записку. Еще куча дел. Я не могу, я уже начинаю раздражаться. Это слишком. Это слишком. Понимаете? Хватит. Где чертова записка? Покормите плоть. Что? У меня есть догадка, что нужно скормить тому огромному рту внизу, в пропасти, вот этот труп. Ну или любой из этих. Не зря же они тут рядом лежат. Ну что, попробуем? О, да, это и правда сработало. И оно меня съело зачем-то. А теперь я вместе с этим трупом в какой-то... Не знаю, в какой-то... Что это за место? Я вижу полки, но и вижу и кровь. И слышу телефон! Что еще? Реально, игра сводит с ума по-настоящему. Мы снова здесь. Который раз... Сейчас нас опять попросят с боссом пообщаться. Дождь пошел. Потому что нет потолка здесь. Здесь просто нет потолка. И здесь все по-другому. И мы до сих пор не нашли этих двух оставшихся частей тела. До сих пор. Босс. Ну что за говно происходит? Ты мне в машину въехал, босс. Ты понимаешь, ты мне должен теперь. Машина, блин. Я могу ее заюзать, кстати говоря. А, ну чтоб уехать. Получить концовку, но я уже получал, так что забить. Оу. Ладно, ладно, сейчас я понял, что нужно сделать. Вот, я беру. Feed the hole. Скормите дырку. Покормите дырку. Давайте покормим дырку. Чем? Чем тебя накормить, дырень? Что это? Оу. Это понадобится. Нам нужно трупика достать. Трупик. Вот, иди сюда. Да? Тебя хочет дыра. Иди. Все, дыра покормлена. Дыра покормлена. Куб мяса. Я не знаю. Просто скину. Нормально, ей тоже понравилось. Какая отрыжка мерзкая. О, погодите, а мы можем сюда пойти? Надо открыть дверь, которая под замком. А нам же про эту дверь говорят. 4-0. А, не, ничего не работает. Что это? Мониторы изменились. Они показывают места, которые я не узнаю. Может быть, в комнате для сотрудников небезопасно. Я не могу больше ним заниматься. Я ухожу отсюда. Должен сказать, я подскользнулся на кубике льда или типа того. И сохранил себя перед тем, как оно меня достало. Если кто-нибудь это читает, вы, скорее всего, уже в жопе. А, спасибо. Дэйви говорит. Вот Дэйви, походу, смекнул, что надо сваливать отсюда. Итак, комната с кодовым замком. Ага, на этой двери замок висит. И как раз-таки здесь я обронил резачки, кусачки. Давайте откроем. Это же оно? Это же как бы оно, да? Опа, да, это и правда оно. Мне нужно сначала к телефону. Слушайте, зайти или к телефону? Давайте не будем делать то, чего нас не просят. Поэтому просто идем, поднимем телефон. Ну. Хорошо, снова идем, чертов склад, ищем. Ищем, где здесь? Где здесь эта записка? Погодите, вот она. Давай. Покрасьте в красный сигил. Ага. Как? Как нам красное сделать? Нам нужна краска. Мы где-то ее находили, кстати говоря. И еще нужно bring sacrifice. А, нужна жертва. Хорошо, жертва уже есть. Жертва готова. Интересно, а что будет, если этой дыре скормить кучу энергетических напитков? Оп. Оп. Вот она взбодрилась. Извините. А, вот краска. И вон жертва еще одна. А я уже принес. Кстати, засчиталась, засчиталась, отлично. Ну что, давайте, бам, все. Пойду теперь отвечу на звонок и вернусь. Совершим этот ритуал сатанизма, сатанизма. Ну что там? Нет? Стоп. Сюда?
А, я все, что я сюда скинул. Вот она здесь лежит. Так, где поднять трубку-то? У тебя трубка? Нет, вот в этой дырке, судя по всему. Так, он перестал звонить, что за фигня? Почему ты перестал звонить телефон? Мама, 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 вон телефон, вон телефон, быстрее, быстрее, быстрее. Ну? О, я больше не отражаюсь, и теперь я иду почему-то необычайно медленно. Нет. 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 Карантин какой-то, значит, проклятие распространяется, и федеральный закон постановил продолжать карантин. Всех закрыли на карантин из-за проклятия. Это концовка! Это концовка! А, неужели это концовка? Все смеялись. Они получили плохую концовку. Альберт Эйнштейн. Да не говорил он это. Или говорил? Я не знаю. Видимо, он видел концовку этой игры. Это плохая концовка. Мы ее получили с вами. А значит, все? Короче, у нас получается две концовки за эту игру. А, ну, можно считать три, там, разные виды смерти мы вообще получали. Ну, в общем, одна концовка — мы уехали, и вторая концовка — плохая концовка. Я не знаю, как получить хорошую, друзья. Я думаю, что тут уже вы сами поиграете в эту игру, поскольку я очень много чего вырезал. Играл реально часа 4, если не больше. Это очень насыщенная игра, и здесь, в общем, качайте, покупайте и кайфуйте сами. Мне понравилась игра, у меня сейчас сил и энергии не хватает на то, чтобы понять вообще, что происходит. Но мне кажется, реально, знаете, когда вот смотришь на творчество какой-то определенной эпохи, ты видишь определенные паттерны. И потом ты можешь, изучив как следует эти паттерны, и все, что происходило с людьми той эпохи, ты можешь понять примерно, что их тревожило, почему они делали такое творчество, которое делали. Соответственно, мне просто безумно интересно, что будут говорить ученые о нашем творчестве, которое мы сейчас с вами здесь производим на свет. Очень много связано, вот того, что я вижу, связано именно с тем, с ощущением потерянности. Потому что такое бэкрум, что такое вот эти вот длинные коридоры, лиминальность, кроме как чувство глубочайшей потерянности во вселенной, где есть только место пустоте и безумию. Что-то это, наверное, говорит о нас. Пишите ваше мнение, друзья, в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все мои соцсети. Это был длинный выпуск, я знаю, надеюсь, что вам понравилось. Огромное всем спасибо, друзья. Всех вас люблю, обожаю, целую, обнимаю. И напоследок всем пять!